Здравствуйте, мои дорогие друзья и гости моего канала «Сад чудес». На улице прекрасная погода сегодня. Солнышко, небольшой морозец. Красота, конечно. И сегодня я решила себе сделать подарок. У меня совсем вышел из строя старый телефон, которому уже 15 лет. И я решила купить новый. Едем в М-видео. А это мой старый телефон, который я меняю на новый. Ему 15 лет. Он, конечно, уже себя изжил. Стал плохо работать. Я решила заменить. В М-видео выбираю телефон. Мне предложили с хорошей камерой. Вот либо Samsung. Все, спасибо, сейчас мы помогу. Стоит 25, со скидкой будет 22. Либо Sony. Вот сейчас пойду покажу к Sony. С другой стороны. У меня старенький телефон уже плохой. Мы решили купить новый. И вот Sony телефон. Sony. Вот он со скидочкой. Стоил 23 980. Сейчас 19 990. Вот все телефоны Sony. Мне рекомендует продавец Samsung. Извините, а вот этот Sony, вот этот вот, он уступать будет Samsung, да? Ей вот этот понравился. Вот этот. Ну там будет получше. Получше. Здесь же Wolf Fox примерно не хотел. Вот покажу такое, которое на. Хорошо, берем тогда, которую посоветовали Samsung. Я остановилась вот на этом. 25 400 990 и скидка 3000. В М-видео он вот сегодня, на сегодняшний день, тут скидка вот на все эти телефоны 3000. Я остановилась вот на этом. Беру Samsung. В этом телефоне очень хороший фокус, хорошая камера. Планшеты. Samsung. Что-то они все без скидок. Samsung 33 990. Вот скидка на планшет. Маленький, хорошенький такой планшетик. Гуляем, посмотрим. Sony, да. А вот чехол я не купила. Ну что, далеко мама ушла? Вот здесь, может, чехол будет. Но где-то они должны быть. Я видела где-то эти.
под мою камеру сумочка вот такая только, противоударная. Но я думала, что что-то продолговатое должно быть, под камеру хорошо подходить. Такого нет. Это... Тоже Apple ноутбук. Купили телефон. И вот какой телефон я выбрала. Меня уговаривали там купить Samsung продавцы, но он мне показался великоватым, и я купила Sony. Купила к нему сразу чехольчик. Стоит он 19 990 и 3331 рубль там с копейками. Скидка была на него. И плюс чехол 2 490. У меня еще были бонусные 500 рублей. Но так как у меня телефон сломался, и я никак не могла поймать там сеть, то они, им нужно было... Они смс-ку мне присылают, им нужен был код этой смс-ки. Но так как мне смс-ка не могла прийти, ну, она у них осталась. И еще 500 рублей бонусные. Это за покупку телефона. То есть у меня на 1000 рублей скидка уже в этом магазине МВидео. Ну, вот как бы так. Все это вместе мне обошлось 22 480 рублей. Но мне нравится. Мне нравится. Он не очень большой. У него такая вот обтекаемая с боков форма. Но теперь вот новые у них выпуски. Конечно, по этой цене он нормальный. Все, которые там были лучше, то, конечно, iPhone. Они все за 30 шли. 50 и за 50. Но мне это не по деньгам, а по моим деньгам. Вот я купила себе вот такой. И я думаю, что он мне надолго должен хватить. Всего доброго, мои друзья. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч. Пока.